Семьи с детьми до 3 лет, имеющие или имевшие право на материнский капитал, имеют право на подачу заявления по предоставлению ежемесячной выплаты в размере 5000 рублей. Основными правилами подачи заявления является то, что заявление может подать только владелец государственного сертификата. Чаще всего это мамы. Если отец не является владельцем государственного сертификата, он не может подать заявление. Также одним из правил является то, что заявление подается один раз, и он действует на весь период выплаты с апреля по июнь. При заполнении заявления необходимо указывать статус заявителя, это мать. Также указываются данные детей, которые не достигли 3-летнего возраста. При заполнении заявления также указывается счет для перечисления выплаты, если счет принадлежит другому лицу, не тому лицу, который подал заявление, в удовлетворении заявления отказывается. Также заявления по предоставлению ежемесячной выплаты принимаются в клиентских службах пенсионного фонда, но на сегодняшний момент только по предварительной записи.